Я очень устал. Я больше не могу справляться с тем, что на меня навалилось. Я не могу понять, почему я так глубоко несчастен. Я устал от улыбок, от людей, которые смеются. Поэтому я жду полуночи. Все, что я делал, в конце концов теряло смысл. И теперь у меня ничего нет. Есть только капля, отделяющая жизнь от смерти. Готовитесь к вечеринке? Буду готовить свой последний ужин. Господи, у тебя какая-то болезнь? Нет, просто собираюсь застрелиться. Хм, неплохая отмазка, чтобы съесть что-то вредное. Ну, может быть. Дай мне свой номер. Доброй ночи. Я почему-то почувствовала, что должна тебе позвонить. Что ты делаешь? Собираюсь стрелять себе в голову. А я мороженое ем. Слушай, у тебя есть какое-нибудь хобби? Я коллекционирую бабочек. Правда? Так это же круто. И много у тебя их в коллекции? Ну, около сотни. Офигеть! Это так много! Ну, там в основном самые обычные виды. Да какая разница, какие там виды? Это же приносит тебе радость. В последнее время не очень. А что случилось? Я не знаю. Просто надоело. Такое занятие не может просто взять и надоесть. Наверное, тебе стоит сделать перерыв. Думаешь? Ну, конечно. Даже самая классная работа встанет поперек горла, если заниматься ей каждый день. И что мне тогда делать во время отдыха? Можешь полежать, почитать книгу, посмотреть кино, пойти прогуляться, подоставать прохожих. Да кучу вещей можно сделать, когда выходишь в отпуск. Ой, блин, мне пора сестру укладывать, слушай. Потом созвонимся. Пока. Еще хуже, чем в прошлый раз. У меня определенно проблема с тем, чтобы убить себя вовремя. Я пытаюсь наладить наши отношения, а ты... ...является преследование людей. Это улитки самых разных раз... Знаешь, я тут в интернете прочитала одну идею. В общем, там парень писал про то, что мы должны смотреть на вещи своими глазами. И я поняла, что я не всегда так делаю. А ты? Я как-то об этом не задумывался. Вот оглянись вокруг, что ты видишь? Я вижу снег, деревья, памятник. И еще мужика, который пялится на нас. О, это какой-то бомж. Ладно, пойдем дальше. В общем, к чему я клоню? С самого детства нам пытаются навязать какое-то чужое мнение. Говорят, что мы должны делать, что смотреть, что покупать в магазинах. Это приносит нам только вред. Понимаешь? Я, кажется, понимаю. Я просто хочу сказать, что вокруг нас удивительный мир. И мы должны посмотреть на него без всяких фильтров, понимаешь? Сними уже свои темные очки. Пора увидеть этот мир самому, дурачок.
Наконец-то. Теперь мне ничто не помешает. Ты знала, что я пытаюсь убить себя? Ты мне сам об этом несколько раз говорил, балда. Ну, знаешь, это неплохое упражнение. Помогает понять, что когда-нибудь меня не станет. Тебе тоже стоит попробовать? Но сначала ты попробуешь мой кулинарный шедевр. Так куда ты, говоришь, положила патроны? Ну ты и придурок. Ну, Маш. Ты все время трубку бросаешь. Почему ты мне не можешь ответить? Я же тогда просто пошутил. Я не знал, что все так. Готовитесь к вечеринке?